Физкульт-привет, друзья и ученики, постоянные зрители канала Heavy Metal Gym. У меня появилась идея и надеюсь на вашу поддержку. Напишите в комментариях, что вы будете думать по этому поводу. Снимать для вас по понедельникам такие коротенькие ролики с философским высказыванием. Но это будет не просто философское высказывание в никуда ни о чем, а именно связанное с той деятельностью, которой мы с вами непосредственно занимаемся. Это первое. Во-вторых, философия – мать всех наук. И что, как не философия, заставляет нас включать свои мозги и думать? А вы знаете, что все, что нами не используется, будь то мозги, мышцы, атрофируются. Нам это с вами не нужно. Так что жду от вас в комментариях, нужна ли нам такая рубрика. И если у вас есть свои короткие философские высказывания, присылайте их, пишите их в комментариях, и я их тоже буду озвучивать и говорить, от кого этот комментарий. Сегодня философское высказывание, философская мысль о том, что является главным секретом в любой тренировке, особенно связанной со здоровьем и телостроительством. Любая тренировка, любой подход, любое повторение и даже амплитуда движения на любом участке амплитуды должно быть энергетически подкреплено и эмоционально окрашено. Зрители моего канала, постоянные зрители, я уверен, понимают, о чем речь, насколько это глубоко и тонко. Жду ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Друзья, а для себя я открыл очень качественный продукт и, на удивление, из России. Это продукт Эргамин. Я вам уже говорил о нем и показывал не раз. Они также выпускают еще и лизин. А сейчас я жду, чтобы ребята прислали мне еще и новый свой продукт. Один из моих любимых – это аргинин. Я его протестирую, тоже вам скажу. Но эргамин, друзья, побил все мои ожидаемые эффекты. Во-первых, этот препарат изготавливается на таких мощностях, по такой технологии, у которой нет аналогов в мире. Она очень дорогая, и не зря продукт эргамин был отнесен, приближен к настоящему протеину, к настоящему белку. Для тех, кто понимает, это говорит очень о многом. И это я рекомендую не столько для спортсменов, а для спортсменов, конечно же, особенно, но и для здоровья простых людей. Эргамин был выпущен именно для хорошего самочувствия. Все вы знаете, насколько сейчас некачественное питание, некачественные продукты в наших супермаркетах. Я немножечко тоже скептически относился, пока не стал использовать. Уже через неделю я почувствовал, друзья, действительно колоссальный прилив сил, энергии. Высыпался и восстанавливался после тренировки лучше и качественнее. Так что попробуйте, как его приобрести. Я оставлю номер телефона, и по этому номеру телефона можете писать или звонить на WhatsApp. Вам расскажут, как вы можете заказать эргамин и другие продукты данной компании. А также, друзья, не забывайте, что 1 июня стартует обучение. Обучение от меня и от Стефана, которое даст вам невероятное количество современных, научно обоснованных, теоретических и практических знаний, что поможет вам самому тренироваться и быть одним из лучших и грамотных тренеров. Обучение будет длиться 1,5 года и будет разбито на 3 триместра. Каждый триместр по 6 месяцев, полгода. В конце каждого вы будете сдавать экзамен и получать сертификат на русском и на английском языке. Интерактивное с обратной связью обучение, и после всего этого тот, кто успешно его пройдет, будет нами рекомендован и мной, и Стефаном во всех наших соцсетях, как один из тренеров, которому можно и нужно доверять. Ну а мы увидимся с вами, друзья, уже очень и очень скоро. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.